Здравствуйте, с вами Ада Конде. Сегодня мы будем говорить с вами на такую интересную, а для кого-то может быть даже пугающую тему, как тема смерти. В личных письмах вы довольно часто меня спрашиваете о моем отношении к Богу, к религии, пока я опущу эти вопросы, отложу их на попозже. И сегодня поговорю с вами о смерти. Почему именно сегодня? Несколько дней назад покинул этот мир замечательный человек. Как и для миллионов людей, для меня этот человек в свое время зажег свечу в полной темноте, и его имя Уэйн Дайер. Довольно любопытно наблюдать, как общество относится к теме смерти. Практически для любого человека смерть является неким синонимом наказания. То есть, если человек умирает, значит он за что-то был наказан. Или думая о своей смерти и о своей жизни, мы нередко воспринимаем как высшую степень наказания – смерть. И иногда об умершем человеке говорят: «За что Бог забрал такого хорошего человека?» Или говорят: «Такой хороший человек и умер». И в этой фразе чувствуется некая несправедливость, якобы за что его так наказали. А про плохих людей говорят: «Как их земля носит?» А кто-то даже удивляется, что такой плохой, злой человек продолжает жить и жить, и ему нипочем ни болезни, ни старость, ни какие-то другие трудности. Но ведь мы не говорим: такой хороший ученик, и как его могли выпустить из школы? По абсолютно такой же аналогии, наша физическая жизнь – это всего-навсего короткий отрезок нашего пути. Это наше время учиться, исследовать, наблюдать и совершенствоваться. И когда этот конкретный небольшой отрезок пути подходит к концу, мы идем дальше. И человек, я очень склоняюсь к этой точке зрения, сам решает, когда ему прийти в этот мир и когда из него уйти. Это решает его душа, если хотите, его сущность. По сути, когда умирает человек, то плохо-то не ему, а плохо нам. Потому что, умерев, человеку, по сути, уже все равно. Но мы глядим на это все глазами обычного смертного, и нам кажется, что это ужасное событие, это огромная трагедия, забывая, что, по сути, эта трагедия только для нас. И вместо того, чтобы праздновать путешествие человека в этом мире, которое подошло к концу, и он, можно сказать, был выпущен как ученик из этой школы, для того, чтобы перейти на новые уровни, мы вместо этого иногда даже отказываемся от своей жизни. Довольно частые примеры того, как человек, потеряв близкого, будь это муж или жена, будь это ребенок, будь это даже родитель или даже очень близкий друг, отказывается от своей жизни, то есть перестает жить. Конечно же, очень остро переживается потеря ребенка. И нередко родитель после этого отказывается от своей жизни. Я не имею в виду самоубийство, а я имею в виду, что человек перестает наслаждаться своей жизнью, перестает мечтать, перестает строить планы, веселиться, радоваться. И в нашем обществе практически принято таким образом реагировать на потерю очень близкого человека. Понятное дело, что потеря близкого, особенно потеря ребенка, это крайне травматичный опыт. Это больно, но когда человек отказывается и от своей жизни тоже, вот здесь кроется полнейшее непонимание того, что такое жизнь, что такое жизненный путь и вообще, что такое смерть. Смерть – это выход из нашей физической реальности и продолжение путешествия. Сейчас мне вспомнился анекдот, как два близнеца лежат в утробе матери и один другому говорит: «Ты веришь в жизнь вне утробы? Ты веришь в нечто большее, ты веришь в маму. А мне вот кажется, что она со мной иногда разговаривает». Другой ему говорит: «Да какая там мама, сиди себе спокойно, что тебе не сидится? Вот есть еда, тепло, уютно, что ты там, какие-то размышления, мама, мир вне утробы, какая-то билиберда». Оттуда еще никто не возвращался. То же самое касается и нас. Когда мы смотрим на эту жизнь, на эту реальность, со всеми ее радостями и сложностями, мы редко уделяем время тому, чтобы немножко, скажем так, отодвинуться от этого всего, отойти в сторону и посмотреть издалека на всю эту картину. И вспомнить, что, по сути, это всего-навсего небольшая часть нашего пути. И я уверена, что пути бесконечного.
Понятное дело, что никто не хочет умирать. И даже те, которые хотят увидеть рай, не готовы умереть, чтобы в него попасть. Теперь на менее духовной ноте, на менее эзотеричной ноте я хотела бы поговорить о жизни и смерти. В одном из видеоинтервью Карл Юнг дал совет пожилым людям на тему отношения к смерти. Он сказал: «Не думайте о смерти, живите так, словно вам еще предстоит прожить столетие. Предвкушайте наступление каждого следующего дня». А знаете, что страшнее смерти? Я считаю, что страшнее смерти – это когда мы умираем, а наше тело еще живет, двигается, дышит, функционирует. То есть мы умираем духовно, мы умираем эмоционально. Это самое печальное. Милтон Эриксон однажды сказал: «Некоторые люди умирают в 20, просто их не хоронят до 80. Нам нужно каждый раз проверять свой пульс, пульс своей жизни и спрашивать себя, а живу ли я, чувствую ли я, мечтаю ли я, наслаждаюсь ли я общением, удивляюсь ли я этому миру». В своей речи в университете Стэнфорда Стив Джобс сказал следующее: «Каждый день я подхожу утром к зеркалу и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день в моей жизни, занялся ли я бы тем, чем собираюсь заняться сегодня? И если в течение слишком многих дней ответ «нет», то для меня это означает, что пора что-то менять». И если вы будете регулярно себе напоминать, что однажды умрете, вы поймете, что по сути вам терять нечего. У вас и так ничего не будет. Так почему бы просто не последовать туда, куда ведет вас ваше сердце? Не знаю, задумывались ли вы или нет, но в наш последний день, в день нашей смерти, мы не сможем ничего забрать с собой. Наши карманы будут пусты. В наших руках ничего не будет. Так вопрос в следующем. Насколько, по сути, важны все эти приобретения, накопления и прочие материальные трофеи? Ведь в конце жизни будет иметь значение не то, сколько вы смогли накопить и забрать, а то, сколько вы смогли отдать. Я абсолютно не проповедую отказ от материальных ценностей, абсолютно нет. Я считаю это проявлением любви и уважения к себе, когда мы позволяем себе жить в комфорте, заниматься тем, чем нам хочется заниматься, и иметь ресурсы для того, чтобы осуществлять свои мечты и познавать этот мир. Я хочу сказать о балансе. Однажды моя подруга приехала из поездки на юг Франции и рассказала мне историю. В дорогом ресторане за соседним столом шумно гуляла большая компания людей. Там были только мужчины, и они громко смеялись. Слово за слово моя подруга разговаривала с этими людьми, и выяснилось, что они отмечают нет, не день рождения, и даже не мальчишник. Они отмечали похороны своего друга. Дело в том, что когда их друг уже знал, что он умрет, он написал завещание. В этом завещании он попросил своих друзей в день его похорон отметить это событие насколько возможно радостно. Кому-то наверняка это показалось довольно странно. Но если задуматься и посмотреть на эту жизнь как просто часть нашего пути, то почему бы и нет? Мы празднуем, когда мы заканчиваем университет. Мы празднуем, когда мы прощаемся с холостой жизнью. А почему мы не празднуем продолжение нашего путешествия вне этой физической реальности? Мне так кажется, что часто люди сожалеют о уходящей жизни и боятся смерти по одной простой причине, что они просто еще даже не начали жить. И им кажется, вот я сейчас это сделаю, это, уйду на пенсию, заработаю денег и тогда начну жить. Поэтому приближение смерти их страшит. Но если человек живет на полную, занимается тем, чем любит заниматься, проводит время с теми людьми, с которыми он хочет проводить время, отдает свою любовь, показывает ее, то не будет никакого трагизма, никакого ужаса от мысли, что жизнь недолговечна и она закончится. Я думаю, что у такого человека будет светлая грусть по поводу того, что этот мир такой прекрасный, такой замечательный и наполненный любящими и любимыми людьми придется покинуть. Но именно вот такого темного, тяжелого чувства у человека наверняка не будет.
И те из нас, кто терял близких, мы знаем, что как бы мы ни старались на это посмотреть как часть пути этого человека, как неизбежность и закономерность этой жизни, нам все равно будет больно. Но я вас уверяю, если мы будем на секундочку вспоминать, что наш мир, наша физическая жизнь в этом мире – это всего лишь небольшой отрезочек нашего бесконечного пути, нам будет намного легче принять то, что неизбежно. И вместо того, чтобы посыпать свою голову пеплом, и вместо того, чтобы причитать и думать, за что, почему, мы просто скажем спасибо, что этот человек был, спасибо за все то, что мы вместе пережили, и останется все та же светлая грусть и чувство благодарности. У нас всего одна жизнь, но если вы ее прожили достойно, то и одной жизни вполне достаточно. Я закончу это видео словами Уэйна Дайера, который сказал в одном из своих выступлений: «Как только мы приходим в этот мир, начинается наш путь возвращения. Помните, что вы на верном пути». И совсем напоследок хочу дать вам послушать отрывок прекрасной песни одного из моих самых любимых исполнителей Виктора Цоя. Эти куплеты я не раз бубнила себе под нос с самого подросткового возраста. Ну что же, слушайте. С вами была Ада Конде. Всего доброго. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.